провожаю, я вас провожаю просто вот. Она у меня просто маленькая. Я думаю, это голуби. А не, я думаю, вот ты, кстати, Толик, где голуби? Улетели. В прошлый раз, я извиняюсь, расскажу историю. В прошлый раз на ратуше, знаете, выступали, и голубь, кто-то спер голубь. Понимаете, подкрещик голубей был. Я заготовила, чтобы каждой паре по голубь. Небо, символ чистой, светлой любви. А не знаете, кто-то спер голубь. Дорогие обращающиеся, я приветствую вас в этом храме любви и счастья. А я называю это храмом любви. Друзья, и сразу вопрос такой. Так, не снимай. Сразу вопрос такой интимного характера. А знаете, что такое любовь? Вот ко всем вопросам. Что такое любовь? Уважение, понимание. Друг друга беречь, поддерживать. Золотые слова. А вы как думаете, как ваша пара думает? Что такое любовь? Что такое любовь? Да. Взаимопонимание между друг другом. Это верно. Коротко и ясно. Желание быть друг другом в семье. Всепоглощающее чувство радости и счастья. Какие прекрасные слова. Я просто вас уже обожаю. Толик, ты их обожаешь, я тоже. Так, друзья, а теперь, Олечка, вот спасибо. Спасибо, все, уже все. Отлично. Я извиняюсь, вы пока порассуждайте на тему любви. Они сейчас пойдут. Просто будьте счастливы. Сейчас.